Рабочие готовятся отделывать фасад нового здания. Это трехэтажный дом с бетонным каркасом и стенами из пеноблоков. Сюда планируют переселять людей из аварийного жилья. Новоселами готовится стать 51 семья. Со сложностями в строительстве не столкнулись. Условия позволяли вовремя приступить к работе. Приступили в 2015 году в октябре месяце. Работы выполнялись, бетонные работы, в зимний период. В сроки укладываемся, октябрь месяц планируем сдать объект. Внутри рабочие уже прокладывают электричество и канализацию, начинают отделку помещений. По сельским меркам это жилье можно смело назвать элитным. Квартиры будут площадью до 80 квадратных метров. И в каждой установят бойлер и натяжные потолки. Для начала мы крепим багет к стене. После этого будем натягивать потолок. Получается, сейчас пока мы делаем черновую работу, после того, как чистовая отделка будет сделана в квартире, мы будем уже натягивать непосредственно потолки. Рядом с этим домом уже в следующем году планируют построить еще один, точно такой же. Переселение распределено на два этапа. Часть семей, то есть 51 семья переселяется в этом году. Следующие 46 семей переселятся до сентября 2017 года. В Партизанском районе строительство по госпрограмме расселения из аварийного жилья идет активнее, чем во многих других местах края. Новые дома появляются здесь каждый год. В 2015-м в селе Екатериновка построили два круглых здания по уникальному проекту. На очереди два дома в Золотой долине, и здесь уже планируют новое строительство на 2018 год и 2020. Нелли Булатова, Всеволод Крапивин, Анатолий Барышников. Панорама.